Всем привет, с вами я, Зедонозавр, и мы начинаем 45-ю часть моего летсплея Майнкрафт. Так, сейчас еще пока ночь, но мы скоро ляжем спать. А пока попытаюсь я загнать в дом собаку, которая скулит там. И еще с такими глазами на меня смотрит, квадратными, печальными. Ну, чё, где ты опять там? Ау! Ой! Я аж испугался. Давай, иди сюда. Где ты там? Давай, беги. Беги сюда. Вот. Садись. Ну, ё-моё. Кажется, опять посреди стало. Ну, точно. Ну, давай проваливай тогда. Так, у меня такое чувство, что она застряла. Все, проваливай. А то сейчас уже ночь. Нафиг. Это нужно. Ради какой-то собаки она сама проживет. Раньше жила на улице. Когда была еще волком. Все, я сплю. Что ж, соберем кровать. Застелим, так сказать, и посмотрим, есть ли кто-то там из нежелательных гостей. Так, возьмем еще одну, а то предыдущий опыт показал то, что земля мне не помешает. Итак, значит. Не смотри ты на меня. Ой, я, кажись, собаке своей заехал на расстоянии 4 кубиков. Странно, как это я попал в нее. Это такая длинная рука, хотя вроде бы она короткая. Так, ты опять здесь? Сейчас как свалишься нафиг и все, нет собаки. Делаю-ка я сначала крышу, чтобы мне эта псина не мешалась. Я, конечно же, мог бы оставить этот дом, но в прошлый раз мне не очень это помогло бы. Ну, в смысле, не хватило земли почти. Так что сейчас я лучше соберу. Может быть, пару блоков оставлю, если получится. Ну а так, в общем, соберу землю, потому что она мне пригодится еще. Еще очень сильно пригодится. Так, что-то я перебор... сделал небольшой. Все почти срубил, даже то, что не мое было. Ну и ладно, мне не жалко. Ну, в смысле, мне... Короче, я возьму и все. Пошел я дальше. Что-то опять тормозит. Ну, думаю, это недолго продлится. Ладно, идем. Главное, чтобы меня сейчас собака не столкнула. И я не грохнулся. Это очень будет печально. Деревень пока нету. Я сначала подумал, что это листья, это булыжник. Как-то очень похоже, когда вот в таком тумане. О, мои любимые коровки. Сейчас кто-то из вас пойдет на мясо. И на шкуру, на кожу. Что-то опять тормозит. У меня такое чувство, что сейчас обнаружится деревня. О, я ж угадал. Всегда так тормозит ужасно. Аж бывало. Ну, не минуту, но нормально так. Времени занимало это. Чё ты на меня, корова, смотришь-то? Я тебя не спасу. Такими глазами, такими же, как у собаки. Ну, давай, все, молодец. На, покушай. Кажется, ее можно кормить, а то она меня задолбала уже скулить. Давай еще эту.
Я тоже есть хочу. Нет, я пока не хочу, но мне захочется. Я в этом уверен на 100%. Что ж, идем дальше, в деревню. Продадим им что-нибудь. Может, даже дерево. Я все равно им не пользуюсь. Если что, могу пару штучек срубить. Думаю, мне будет нормально. Но я, походу, пока приближаюсь. Надо еще раз. А нет, уже отдаляюсь. Так, и где я теперь? Тогда. Так, тут. Тоже 81. Ну-ка, если направо. Давай направо. 85. Значит, надо налево. Что ж, идем, хоть это не по курсу, который я себе назначил. Но я все равно туда пойду. Что-нибудь продам. Может, что-нибудь интересное куплю. А вот и булыжник. Это царь себе опять отгрохал домик. Остальные все в деревянных живут. Что-то мне это напоминает. Здорово, сейчас я тебя удочкой ловить буду. Да не, шучу. Шучу, не шучу. Вот ты мне нужна. О, у меня есть булыжник. Нифига себе. А, ну да, вчера я точно я же выкопал. Собака чокнутая. А нет, это не собака, это кто-то, кто собирает кукурузу. Так, сколько у меня золота? 8. Что ты смотришь на меня? Не буду идти ничего. Там даже подростки есть. Есть дети, есть подростки, у вас статистика такая ведется мощная на табличках. Чё, я пошел тогда? Так, нет, это обратная сторона. Мне нужно в другую сторону. Может, натравить на них собаку? Просто так. Ну ладно, пожалею их, а то мне некогда. Надо бы поскорее выбираться из этих джунглей, потому что скоро уже спать пора. Скоро уже спать, надо будет идти. А я это самое. А дома? Дом тут не построишь. Нормальный. Только если копать вниз. Лучше уж на горе или в горе. Проверенный метод. Ну что ж, попробуем все методы. Позавчера был... В горе, вчера на горе, а сегодня будем под горой. Забить что ли одну овцу напоследок? Не смотри на меня, не толкайся. Так, где моя? А вот собака. Вот молодец. Я тебе за это ничего не дам, потому что сам жрать хочу. Сейчас посмотрим, сколько у нас там. Сколько у нас там. Сколько у нас там времени. Песок рядом. О, уже почти 10 минут. Что-то я опять сегодня затянул. Ну да ладно, мне не жалко. Просто YouTube больше 15 минут у меня не выкладывает видео.
И это очень печально. А вот и подходящие под горой. Раз, два, три, четыре, и мне хватит. Так, сейчас достанем землю. Мне ее очень... Вот там показали чьи-то глаза. Что ж, сейчас построим. Ну, построим. Не хватает. Доломаем кирку, значит. Хотя, конечно, можно было и там поставить кровать. И как-то так лежать. Ну ладно. Мне булыжник нужен. Хоть что-то, чтобы продавать. Так. Так, еще не ночь. Давайте что-нибудь пока покопаем. Пока ночь не наступила. Главное это зарыть потом. Потому что есть опасность появления скелетов опять из ниоткуда и прочей живности. Так, что-то я затянул. Ну ладно, всем пока. Вот такой странный красивый вид, ну пофиг.